спасибо, очень приятно. Меня когда сразу пригласили и говорят, надо что-то сделать, надо какую-то презентацию. Я говорю, можно я просто приготовлю что-нибудь. Да? Не Катя, надо по-любому что-то делать, если презентацию, что-то рассказывать. Вот, будем пытаться что-то рассказывать. Я хотел показать небольшой ролик своего заведения. Как раз там концептуально видно в этом ролике, показано в течение 1-1,5 минуты. Видна концепция заведения. Очень интересно, очень классно, как можно снять ролик. Очень долго думали с Тарасом, как это можно сделать, как в один ролик все показать и совместить, что это новая украинская кухня. Вот. И поэтому вот смотрим. Ты студентство знаешь, що найсмачнейшее, солидное. И коли того слышаешь, своє почуття стоїть тільки гострішому. Бо в поцілунків є смак. Мы закохані розділяють найважливіше. Близькі люди готують один для одного страви, які не можливо забути, тому що близькі вони по духу, тому що поруч найкращі моменти. Рідна земля, дім, місто, міцні напої, обійми, почуття, життя все смачно. Це неймовірно хвилююче. Це твоя гра з вогнем. Спасибо. Так. Сейчас, секунду. Катя была. Да. Так. Строим куки согласно трендам, да? Самое, так мне не переключает. Вот. Самое основное, мы должны понять концептуально, для кого мы хотим готовить. То есть мы прекрасно видим, что у нас есть масса заведений, да, есть обычная закусочная, обычный премиум ресторан, ресторан, кофейни, все они приносят денег, всеми ими можно заниматься и получать от них огромное удовольствие. Так же, как в закусочной можно делать какие-то интересные вещи, получать от них максимум удовольствия и делать это вкусно. Так же, как можно в кофейне делать хороший кофе и делать классные закуски, классные блюда, интересные, креативные, так же, как и премиум-класс, но гость везде разный. Поэтому мы должны понять, для кого мы хотим готовить, кто наш гость и где находится заведение. В зависимости от локации, в зависимости от направления, в зависимости от того, кто живет в этом месте, как мы туда можем притянуть этих гостей, чем мы можем удивить и чем зацепить, заставить остаться в этом заведении. Это самое, наверное, главное. Вот. Традиционная формула успеха – кальян, руккола плюс креветки – уже не гарантия аншлагов. На самом деле, так как, ну, может, в каких-то еще заведениях где-то в Украине, может быть, где-то это работает, да, но мы говорим не о прошлом, не о нынешнем, а о будущем. Там, где уже на самом деле пришел официант, это есть салат, это мне заказали, готовы заплатить. У меня такое очень давно было из жизни, когда пришел, это есть салат, готовы заплатить, там говорит, морепродукты, там рукколы, говорит, там черри, все, говорит, там готовы деньги сумасшедшие заплатить. Ему говорят, да никто делать не будет. Давайте я сам сделаю. Взял соус-пест, замутил, замазал, вынес. Продал за 400 рублей, все довольны, да? То есть, ну, на самом деле мы говорим о том, что о будущем, то, что мы хотим делать, к чему мы должны приучать гостя, что мы хотим получить. То есть мы должны понять, кто наш гость. Либо это молодежь, которая тот же самый фастфуд, либо недорогая еда, которая сейчас на данный момент очень актуальна, очень прибыльна, потому что большая часть населения у нас сейчас на грани там выживание, можно так сказать, да, вот, ну, это, опять же, можно делать что-то интересное, так, либо более средний класс, то есть средний чек, либо средний плюс, где уже премиум, то есть мы должны понимать для себя, что мы хотим, от этого начинаем выстраивать полностью свою кухню, полностью приходим к трендам, мировые тренды, с локальными продуктами. Первое, что мы начинаем, когда мы поняли, что мы хотим уже сделать, мы сразу, у нас сформировалась команда, мы понимаем, какой мы ресторан хотим, что мы хотим запустить, к чему мы хотим запустить, к чему мы идем. Но самое главное, в команде должен присутствовать шеф-повар. Шеф-повар в команде – это человек тот, который понимает, что ему нужно готовить, для чего готовить. Если есть такие люди, которые впечатлились где-то за границей, побывали в Италии, съели вкусную пиццу, либо очень хорошие морепродукты, кальмары –
с фенхелем и там приправкой, там, я не знаю, там, с финиками. И они приехали, мы хотим такое, показали картинку и пытаются поварам объяснить, что они хотят, чтобы он это приготовил. На самом деле это нереально, если вы впечатлились. Я очень много катался с собственниками, которые впечатлились за границей. Я вместе с ними ехал повторно за границу в Туле, где они впечатлились. Второй раз они уже не впечатлялись, это уже 100%. То есть они второй раз через месяц, через два уже понимали, что это не ихнее. То есть проходит время, поэтому... А есть такое, что впечатлялись, мы добивались какого-то результата, они ехали через полгода, это вообще, говорит, фонарь полный, говорит. То есть, ну, у нас намного интереснее. То есть здесь нужен тот шеф-повар, который вы будете понимать, которому вы немного развяжете руки, а лучше всего, чтобы он был свободен и независим, лучше всего сделать его партнером, либо заинтересовать его как-то, чтобы он с вами остался. Иначе он просто вырастает, они достигают какой-то уверенности, идут дальше, шагают, это нормальное явление, так как у меня на данный момент работают сушефы, получают хорошие колоссальные деньги. Один из них вот на фотографии предоставлен, да, и я реально понимаю, что он рано или поздно все равно захочет уйти, я его держать не буду. То есть поколение растет, у меня повара, выстроена система поваров таким образом, что у меня работает сильный повар на процессе, и слабый повар, который я могу брать вообще полностью с нуля человека, ну, фактически с нуля, мне не надо опыт работы, я сам его под себя учу, но это я дальше коснусь уже по обучению, да, но он дышит в спину уже более сильному повару, а сильный повар дышит уже более в спину старшему повару, поэтому у меня такая конкуренция очень живая, здоровая в команде, это очень хорошо. Вот, что я хотел поговорить за тренды, за мировые тренды. Самое главное, это open kitchen, да, для меня это очень важно, я в последнее время открываю уже очень много лет рестораны, где с открытой кухней, это очень классно, это очень круто. В первую очередь для гостей, мы по большому счету заменяем телевизор, который, да, все привыкли вешать в интерьере. Открытая кухня, гости наблюдают за процессом, когда красиво, классно, круто, смотрится, интересно. Когда там на заднем плане где-то запекают хлеб, его замешивают, когда выкладывают, где человек может подойти посмотреть, как его составят, откуда берут посуду, какая посуда, какое мясо достают, как жарят. То есть это очень открыто, честно по отношению к потребителю. Ну и самое главное, гостю всегда кажется, что он наблюдает за нами, но на самом деле повара наблюдают за гостем. То есть когда гости приходят и, допустим, заказывают блюдо, и они смотришь по их эмоциям, как они его получают. То есть добился ты умами или нет, то есть ты получил, то кайф, когда гость получил, к примеру, блюдо, он может на тебя не смотрит. Он смотрит тарелку, смотрит на своего, допустим, с кем он пришел, либо переговоры переводить, либо он просто пришел пообщаться. И ты видишь прекрасно, как он начинает, тем, кому нравится уже 100%, они начинают есть, второе уже, допустим, вилка, они дают, кормят того человека. Даже есть были у нас такие люди, когда Филипка еще как-то сказал, заведение для аристократов, которые едят руками. Были такие, у нас приходили очень солидная публика, да, когда руками брала другого с тарелки и пробовала, то есть мазала прямо аж кремом. Это очень круто, классно, значит, это и есть кайф, то есть, значит, в этом блюде ты чего-то добился. Следующее, если не делятся, едят и не видишь эмоций, значит, что-то здесь не так. И ты на самом деле для себя это подчеркиваешь, очень хорошая для тебя школа. Это лучше, чем отзывы, тебе придет, расскажет официант, либо ты выйдешь в зал, человек не всегда скажет, да, либо так далее и тому подобное. То есть это очень классное, как в тренде, не зря это сделали, не зря это поставили, это очень такой, знаете, воспитывает и поваров, лишний раз не будет там ковыряться где-то в ухе, да, он прекрасно это понимает, и так далее, и тому подобное. Ну, очень, очень классная тема. Дальше, слово будет медленная еда, то есть это очень классно. Я короче, фотографии поставил все свои, по большому счету, блюд, потому что если спросят, что это такое, я могу хотя бы ответить. Ну, я не привык там блюдо качать или смотреть это в интернете, поэтому я попросил, и мне собрали мои фотографии, мои блюда. Если кому-то что-то интересно, могу рассказать полностью, из чего состоит, и почему так блюдо, и когда это было, и что это. Вот. Медленная еда, медленное употребление вкусной и здоровой пищи. То есть это не только мы прививаем медленное употребление вкусной и здоровой пищи, мы и готовим ее медленно. То есть мы готовим, стараемся готовить ее, точнее, не на больших температурах, а на медленных температурах. Готовить ее не долго по времени, а готовить ее намного быстрее, чтобы сохранялись витамины, сохранялись минералы, все качество, то есть чтобы человек чувствовал вкусную настоящую еду. Меньше добавлять специй, то есть чтобы это не было забито полностью специями, чтобы он чувствовал натуральный вкус продукта. Самое главное это что? Это вкус продукта, первое место, первое, что во всех ресторанах на данный момент это в тренде, это качественные продукты. Качественные продукты, как их добиться, это фермеры.
это однозначно фермеры. Я просто очень много уделял этому внимания и запустил эту машину. И сейчас, наверное, со всеми фермерами уже общаюсь. Даже сами на меня выходят, сами привозят, приезжают. Если кто-то в Киеве, привозят продукцию, пробуют. И я уже по-большому знаю всех фермеров, которые что-то к чему-то идут, и они понимают, что их продукт можно, допустим, отдавать в ресторан. Как я начинал с ними общаться? Первое, просто в Чернигове еще был, и в Чернигове зашел там дедушка один такой, очень прикольный, креативный был, короче, продавал семена. Я пришел, посмотрел, какие у него семена, какие травы, и понимаю, что в Чернигове нет вообще, не растет зелень. Ее привозят с Киева какую-то зелень, и то она там лола, и все, больше ничего нет. Это у всех одинаковые салаты, по большому счету, потому что, ну, поставщик один, его привозят с Киева. Хочешь что-то более лучше, иди в Киев сам выбирай. Я понимаю, что надо где-то искать. Я начал ходить, просто начал общаться, и вот я дедушке предложил, говорю, давайте, у вас же есть семена, давайте привезти классную, там, итальянскую капусту интересную, давайте там классные там какие-то дикорастущие там капусты привозите. Это ж, ну, не так, как в Штаты, зашел, у тебя там 15 видов зелени в магазине, я в супермаркет зашел недавно и понял, что три ресторана можно сразу открыть, вот у этого супермаркета, на четыре концепции кофейки. Это все супер, у нас такого нет. И поэтому я начал просить, чтобы он стал выращивать. Он просто начал раздавать семена своим, там, кто у него постоянно покупает, и я говорю, ну выращивайте, у вас где-то будут покупать. На самом деле так и произошло. Я просто начал отдавать ему эти семена, и пошла цепная реакция. Он начал выращивать там желтую свеклу, черную морковь, там, да, то есть какие-то там зелени, какие-то там приколы с овощами, спаржу, там, брокколи дикорастущая, скрещенная вместе со аспарагусом. Очень вкусная, классная штука. То есть я начинал просить, да, постепенно он втягивался, начинал это все выращивать, я его начинал покупать. Все, естественно, он там и заодно, он, ему было интересно этим заниматься, новые какие-то там, что-то не усваивалось, мы реально понимали, что можно сделать. Потом с этой идеей приехал к ребятам, в Хмельницкий мы общались тоже, ребята в Хмельницком были, и тоже разговаривали, ребята, мы сейчас так вот таким путем тоже начинаем, говорит, сейчас добиваться, выращивать, мы раздаем семена, мы подписываем договор, видим, где пустой двор, бабушки, дедушки не знают, что выращивать, мы подписываем договор просто с ними, чтобы они не добавляли туда какие-то химии. Мы это проверим потом анализы, если на самом деле они химии не добавляли, мы это покупаем и платим цену больше, чем та морковка обычная, которая стоит на рынке. То есть заинтересовать. И покупали. Ну и отлично, все работает, не у всех, но в каких-то местах работает. Также касается, ну, допустим, других продуктов, там, ну вот, к примеру, воспитание вкуса и возвращение уважения еде. То есть, ну, чтобы человек понимал, допустим, что да, вот там, к примеру, там молодая свекла, там молодая морковь, то есть это хумус, да, на самом деле, но он более сделан в украинском стиле. То есть здесь не кунжут тахини, а именно тахини, сделанная семечкой подсолнуха, тоже опять заморочились этот подсолнух, семечку брали, покупали в Херсоне, где ее классно там выращивали, определенный сорт очень крутой. И нут там заморачивались, тоже брали у фермеров, который нут был больше, не нут, а горох, который больше был уже похож на нут. Но тогда я считал, что нут это не украинский продукт, но у меня есть такая одна очень историк, очень сильная женщина, живет в Виннице, Елена. Она мне всегда помогает, подкидывает какие-то классные идеи, она очень много читает, и потому что книг кулинарных как такового украинских нет. И где-то она находит там либо, я не знаю, там, либо Гоголя где-то, и потом, ну, очень много украинских писателей, там, она находит, и мне постоянно скидывают идеи какие-то классные, прикольные, где было высказано, где он ел в гостях, какие-то блюда определенные, какие, с тем, и я уже от этого начинаю рисовать картинку, что когда-то что-то было похоже. И нут, оказывается, это был украинский продукт, там уже больше 200 лет, на Украине его выращивают, это Бессарабия завезенный был, это, то есть, сейчас там рис выращивают, поэтому там и нут выращивали, и поэтому это можно смело назвать украинским продуктом. Но я делал зароха, и зарохом так остановился, и зарохом и делаю, поэтому... Ну, подаю с помпушками, потому что он более украинский. А? Да? Не, ну с желудями мы хлеб делаем. Да, мы хлеб делаем с желудями. Нет, это помпушки, но на самом деле почему ассоциация ветка поджигается, да, у тебя идет легкий запах копчения, а помпушки подаются, а помпушки выпекаются с копченой муки. То есть мука коптится холодного копчения, а потом выпекаются помпушки. У тебя такое впечатление, что они либо жарились где-то на гриле, но сама палка обманчива. То есть ты выдаешь, допустим, если у них такие вещи, когда у тебя вроде палка горит, и кажется, что они на гриле жарились, но они не жарены. Когда ты ешь, вкус жареного хлеба. Поэтому это добивается копчением муки.
Вот. И также, ну, остальные там процессы, так же, как морковь, свекла, чтобы чего-то добиться, оставить натуральный вкус, она там проходит по 6 часов, к примеру, там, сунита, и с добавлением каких-то там апельсина, цедры, добавлением ярких вкусов, которые запоминающиеся. То есть это все перевивается к тому, чтобы, да, более натуральные продукты, более понятная подача, мы прекрасно видим, да, ничего сложного в большом счету нет, нет никакой молекулярных элементов. То есть сейчас вот в тренде в Америке, в Европе сейчас в тренде, чем проще, да, очень классная посуда, прикольная, интересная и простая подача. То есть это ничего сложного, самое главное, главное, чтобы это было вкусно, чтобы это было не перетушено, не переварено. Если это была морковь, то чувствовалось, что она была морковь, альденко, вкус моркови. Может быть, где-то ты ее субъедишь, добавляешь каких-то интересных вкусов. Там я, допустим, добавляю апельсина немного, да, апельсин немножко усиливает вкус такой, более в балансе, интересный, слаще делает морковь. Также суперфуд. Очень классная тема, продукты с высокой концентрацией полезных веществ. Мы все прекрасно знаем, что сейчас модно пошло, да, киноа, чиа, да, и амаран, да, и мы все прекрасно понимаем, что это очень крутая тема, очень классная тема. Самое главное, где продукты все свежие, сюда добавляют и пророщенное пшено, сюда добавляют и орехи, сюда добавляют какие-то травы, фасоль, то есть натуральные продукты каким-то йогуртовым соусом. То есть очень тоже интересная тема, очень модная, очень актуальная, та, которая в тренде, которая во всем мире она идет. То есть сейчас овощи на самом деле очень сильно вытесняют мясо. Ну, как бы нам там ни говорили, как бы это все круто не было, но через 50 лет просто на всех мяса не хватит. Мы не получим, каждый не сможет пожарить себе стейк. Я вот только приехал со Штатов, я был на заводе, я был на бойне, я был в университете в Техасе, я весь Техас проехал, и я увидел, как там по 6 тысяч голов убивают в день. И для откормки, если по 100 тысяч, все равно не справляются, а чистить всех. То есть поэтому мясо оценивает это свой дорогой премиум класс. И нет прайма. Мы все хотим прайм получить, но прайма всего от убоя идет 2-3%. Чойс где-то идет процент, это уровень. То есть прайм это самое такое, считается дорогое мясо, самое крутое. И вот это 2-3%. Все остальное процентов 60 чойс, а потом идет селект. То есть на самом деле нет такого объема мяса, как бы мы хотели получить. И мы все хотим у нас, даже в Украине, да, в стране, которая там, там последними отправляют это мясо, вот, и мы хотим получить правильно. И все хотят получить классное мясо, хороший стейк. И есть люди, которые готовы за это платить. Поэтому идет сейчас модно здоровая еда, ее прививают очень людей. Почему идет вегетарианская, да, очень тема очень интересная. Сейчас много открывается салат-баров, очень открывается очень много таких прикольных, интересных, как там овощных тартар-баров. То есть идет такие интересные концепты, очень понятная здоровая еда, которая на месте делается. Всем приятно получить, если тебе на месте это делают, большими ножами рубают, собирают, тут же все это отдают в каких-то полах, да. Мы все прекрасно знаем, ну, все не могут понимать, что такое бол, это бол, там, тарелка такая круглая, ну, собираются разные интересы, там, с рисом, либо еще с чем-то там, интересные какие-то, в каких-то разных направлениях, по сочетанию вкуса, и по сочетанию с какими-то легкими специями, с какими-то добавками, заправками, и интересно получается очень классные блюда, и я же говорю, даже есть уже такие стрит-фуды в Америке, где ты просто проходишь, где есть какой-то там Макдональдс, и два стоит каких-то с болами, да, и болов намного больше очень. Поэтому это как бы тоже в тренде, здоровая еда, это сейчас тренд номер один, как по мне, овощи. Я сам сейчас очень много овощей добавляю, за овощами смотрю, какие овощи лучше, допустим, брать. Как у нас, к примеру, я ездил на съемки, проводил передачу, ездил на съемки в Закарпатье, там про мангалицу была передача, есть такая свинья, мангалица такая прикольная, венгерская порода свиней, очень интересная. Я приезжал на эту ферму, общался, знакомился, ну и когда я приезжаю на ферму, я что-то пытаюсь поехать на рынок, взять каких-то овощей и готовлю так мясо. То есть, ну, мы тогда делали колбасы, я показывал, как можно на природе делать колбасы на гриле, на бутылку одевал эту кишку. Для американцев, когда встали, очень понравилось. Они не совсем поняли меня, когда показывали. Они не поняли, что я делал с мангалицей, короче. Да, и я им рассказывал тоже, как можно на природе делать. На бутылку одевается кишка, потому что они не могли понять меня. Вот. Ну, потом поняли уже. Вот. Ну, пошутили, короче. Вот. И я приехал, самое главное, приехал на рынок, и я увидел, сколько продается, допустим, того же самого кальраби. Недооцененный продукт, вообще колоссальный. Я его в окрошку добавляю. Окрошка, она чем-то похожа на редис, и он очень недорогой. Там я посмотрел в Закарпатье, прям горы лежат, картошки мало, кальраби много. С него делается классное пюре, с него делаются классные салаты, добавляются, он классный маринуется, в субите можно делать в любом масле его, да. Очень классный продукт, тоже недооцененный у нас.
Я пришел туда, бабушка стоит, продает, у нее фиолетовая у нее цветная капуста. Я просто прозрел. То есть я в Европе только видел. У нас даже в Киеве не все привезут под заказ только. Бабушка продает. То есть они выращивают у себя. То есть венгерская культура, да, она цепляется, она идет туда немножко дальше. И вот было прикольно, да, и там классно провели, все отлично, фрукты яркие такие, тоже интересные. Но я просто к чему хочу сказать, что овощи везде, даже по Украине, разные. По вкусу в каждой области разный менталитет, каждый ест по-разному, каждый овощи интересны сами по себе. Да, я, допустим, принципиально там картошку стараюсь вообще убрать, то есть у меня картошки вообще нет. Я стараюсь больше на каши какие-то уходить, очень много интересных классных каш сейчас в последнее время. Ну, не знаю, та же самая спельта, да, очень классная, прикольная, полезная, это дикорастущая такая пшеница, ее можно добавлять там с ягодами, можно ее делать просто, отваривать на пару. Тот же самый рис, я приезжал в Одессу, мы ездили в Бессарабию, там выращивают рис. Я просто с риса там тоже делал передачу, делал по поводу риса. Рис наш украинский шикарный. Все прекрасно, может, знают, называется... В Италии он очень сумасшедших денег стоит. Рис, который интегралы, он такой слабо защищенный, то есть он такой слегка красный. Он считается более самый полезный, потому что у него не защищает, не вымываются вот эти вот полезные средства. И на самом деле он тоже есть, можно заказывать, у них просто валом, зерно лежит горами, и никто его не берет, они не знают, куда его девать. У них турки покупали как-то один год, там они вывозили туда по 10 эшелонов. Остальное остается. То есть вот буквально к чему я просто веду тему. Просто все это хорошо, допустим, там тренды, все это классно, но каждый должен понимать, каждый находится в определенном городе, в определенной области. Я считаю, что просто ресторан нужно открывать под тот продукт, который у вас есть. Если, допустим, я к вам приеду, вы скажете, я хочу итальянский ресторан, и я вам тогда скажу, ребята, ну мы не купим ту же самую руколу и креветки здесь, да, ну по большому счету. Мы приедем в метро, а метро разное, чем в Киеве, и, к примеру, там, я молчу уже где-то там, не знаю, Сильпо, также разное, там, ну, Днепропетровский еще чем-то похоже, Сильпо, что-то можно взять. Да? Вот я был как раз не при, все, больше никуда не находить. Сильпо пошел, просто ты продуктов максимально не найдешь, чтобы сделать премиум в ресторан. Вообще не найдешь. То есть она подвязывается либо к Киеву, либо к поставщикам. Просто сделайте проще, мое личное мнение, надо подвязаться под фермеров, которые у вас есть. Да, не все фермеры, надо просто знать хорошо фермеров, которые будут 100% уверены, которые вам будут поставлять хороший продукт. Если я подвязался под фермера, он выращивал мясо, очень классное мясо. Он выращивал тоже ангус, у него бычки были. Он их откармливал 3 месяца бородинским хлебом, отпаивал молоком перед забоем. Все было круто. Я открылся, по концовке он не выдержал, то есть кризиса, где-то он начал продавать там на Турцию просто объемами. Ему просто проще, чем работать с ресторанами. Определенные там, нам же нужны стейки, мы же не будем покупать целиком, потому что у нас люди пришли и привыкли есть стейк за 2 копейки, но чтобы это был стейк. Чтобы это было альтернативное, да, ну какие-то части может быть. А все остальное, то, что идет на тушение или идет на фарш, у нас люди это не привыкли. У нас не привыкли доверять. То есть, и поэтому, если вы, ну, образно говоря, есть, пожалуйста, пример, как какой-то хорошо выращивает рыбу, классный там, классный, допустим, ставок, классная рыба, там, форель, стерлядь, под него открывает заведение, шикарное, люди едут там со Львова, там за 80 километров есть такая золотая форель. Шикарно жарят рыбу. Вкусная рыба, все понимают реально, что она локальная, она свежая, и ты не поедешь, я туда стейк точно не поеду есть, я туда приеду кайфануть, отдохнуть, поесть рыбу классную. Также, допустим, если где-то там правильно выращивают, допустим, цыплят, мы все реально понимаем, что под этих цыплят можно сделать классный, допустим, там, чикен, барбекю какой-то, или чикен, вообще полностью направление в этом, и сделать цыплят очень много вид. Так же, как касаемо кролика, можно также с кролика. То есть мы подвязываемся под те продукты, которые у нас есть. Если я еду на кролика, мне уже второстепенно будет это рукол, или маш-салат, или это просто, может, листья салата, которые у вас будут выращены. Мне это уже не интересно, я главное получу качественный продукт. Свежий. Я знаю, что здесь он выращивается. Человек автоматически срабатывает то, что это локально. Это то же самое, это и есть бренд, когда вы подвязываете то, к чему у вас приходит, к чему у вас приходит, допустим, от локальности, и вы подвязываетесь, к примеру, к этим продуктам. Если я покупаю эти продукты и реально покупаю там ту же морковь, ту же свеклу прикольную, но я реально покупаю большими объемами. Я говорю, если ты даже больше вырастешь, я всегда найду, кому их продать. Если я их не могу продать, я беру в бочки и засаливаю. Все, я выхожу с этого положения, я всегда могу засолить. Квас, я квас беру. Квас тоже, всегда березовый квас делаю сам. К примеру, там какие-то вещи еще, ну, грузди, всегда есть сезон груздей. Грузди тоже засолю там в дубовых листьях, с мином. Сами просто прорабатываю, как интереснее. Пошел сезон, сделали 2 бочки, в ресторане стоит, все. Намного интереснее. Но когда это будет еще особенно
по локации ближе к лесу, либо ближе за городом, то, естественно, мы все хотим открыть ресторан, чтобы вся элита этого небольшого города ходила к нам в гости. Надо понять, что они хотят. Хотят банкетные залы, хотят, что они хотят увидеть. Но если вы хотите сделать что-то, перевернуть новую индустрию, сделать какие-то новые интересные блюда, то, я же говорю, то надо следовать трендам, привязываться к какому-то определенному продукту и начинать его править. Это весь мир на этом так стоит. То есть, ну, пока мы не переломаем всю эту систему, мы будем говорить о прошлом, мы будем жить в прошлом, будем, то есть, делать то, что мы всегда делали, и повара будут всю жизнь делать цезарь, который никто не хочет делать, потому что каждый повар хочет сделать что-то свое, и принципиально не хочет этот цезарь продавать всем в ресторане. Он хочет, естественно, что-то сделать интересное, что-то сделать креативное, поэтому каждый делает под себя какой-то свой цезарь. Каждый делает интересный какой-то тот салат, который, допустим, каждый человек может по-своему оценить. Вот. Да, например, да. Ну, тоже по-своему она, каждый делает по-своему, чтобы каждому можно было сделать. Ну, сейчас мы ее возвращаем, уже ее сейчас уже пришел сезон. Опа-на, шнур отошел. Катя. Ага. Все, все, Катя, все хорошо. Вот. Тренды подачи блюд. То есть, ну, тренды разные. Есть, вот, к примеру, обычная подача, это язык сувид. То есть, язык, короче, язык маринуется 7 дней. Вот, и после этого он 3 дня еще сувидится, то есть 10 дней для того, чтобы добиться какого-то результата. То есть, ну, чтобы он был не просто отварной язык и нарезанный у вас, да, а перед этим очень долгое время сувидится и очень долгое время маринуется. Тогда получается ярко выраженный вкус у него, и он становится чем-то интересен. Вот, и я имею в виду, что тренд подачи, то есть должна быть подача понятная, что это, что находится, если в названии блюда написано, то есть человек должен понять, что это, почему оно выглядит так, и ничего сложного, нет никаких там молекулярных, никаких то там выложена какая-то там прищепки, это все висит языки сверху там подпали, например, это не надо наворачивать, то есть люди сейчас хотят намного во всем мире, хотят, чтобы блюдо было намного проще, просто чтобы был понятен вкус. Это другая подача, вот, которая тартар из сельди. Сейчас я тоже ее запускаю, то есть тартар, чувствуется натуральный вкус продукта, то есть свекла не печеная, она там на низких температурах слегка подпекается, но остается яркий вкус свеклы, потом она перерубается мелко, также добавляется множество ингредиентов и мусс с домашнего козьего сыра. Добавлением орехов, там немножко брокколи со свеклой. И в принципе подается на коре, потому что сочетание самой свеклы отпаленной, в которую укладывается этот тартар, он подается в таком плане. То есть подача простая, то есть какие-то старые, к примеру, там есть, старые какие-то доски, я, к примеру, постоянно обращаюсь, мне помогают, к примеру, мы собираем кору постоянно, я не могу в поток поставить, мы когда заказываем, есть старые стволы, когда обрываются со старых деревьев, которые спилены, кору, и между стволом и корой есть вот эта мелкая кора такая, тонкая, да, вот с этой коры мы ее высушиваем, потом мы перетираем мелко в пыль, и эту пыль добавляем в хлеб, то есть мы печем хлеб, и хлеб со вкусом дуба. То есть или со вкусом, к примеру, там, каштана, и есть яркий выраженный вкус, то есть, ну, ее надо вымачивать, она очень горчит, здесь надо заморачиваться немного. А так, ну, разные, постоянно где-то вот с хлебами тоже экспериментируем, с акацией делали в последнее время, да, там, с ели, допустим, ну, с елкой очень сейчас вообще таки пошли, сейчас только молодые соцветия ели, мы делаем и айоли, майонезы, то есть со вкусом ели добавляем куда-то, то есть какой-то бургер был званый ужин, делали такос хрустящий с грудинкой, на званый ужин и добавляли вот этот вкус ели. Он очень сильно подчеркивает, потому что сам такос был сделан с лука, лук высушивается, потом перетирается. Но есть какие-то заморочки свои, но эти заморочки больше сделаны для званый ужин. Это о чем говорю, то, что тренд, в тренде открытая кухня. Чем она хороша? У меня есть стол, шефский стол, да, и 10 человек. Я приглашаю раз в месяц людей, они записываются заранее, они не знают, что будет в меню. Я их приглашаю, они приходят, присаживаются, и я даю какие-то вещи, те, которыми долго возиться. С теми вещами, которые, если я буду ставить постоянно в меню, это будет очень сложно, кропотливо, заморачиваться, лишние, допустим. Человек это не оценит. Человек придет оценит, говорит, ну, как Принглс. Ну, проще на Принглс купить, чем мы там 2 недели чем-то занимались, да. Ему так, ну, каждому человеку по-своему. Ты пытаешься удивить вкусов тех гурманов, которые понимают, что могли различить вкусы, понять, а что это, почему так, а почему у нас со вкусом этим, почему с этим. И ингредиенты. Просто нужно, чтобы повар понимал, какие ингредиенты, чтобы у него была таблица Менделеева в голове, он знал, что с чем сочетается. И мог рисковать добавление там, каких-то фруктов, играть с какими-то яркими вкусами, с овощами, с мясом, потому что если добавление
более таких насыщенных, там, да, паназиатских вкусов. Мы постоянно стараемся их прививать к себе в кухню. Но это все временно, оно сейчас есть такая волна, всегда во всем мире было. Вначале идет там, сейчас тоже там паназия там наступает там, в тренд. То есть она идет волной, она потом волной сильно спадет. То есть она не вечна, потому что мы всегда будем возвращаться к своим истокам, либо будет определенное количество людей, которые будут все равно употреблять ту пищу, которую там с детства употребляли, или же не употреблялись паназиатским. То есть это вот молодежь, которую мы уже детей водим, которые едят рамен, там, суп фо, то есть с детства, они уже будут потом в детстве, но они уже забудут постепенно нашу культуру. Поэтому во всех странах мира очень аккуратно к этому относятся, стараются детей своих воспитывать, водить их так, так, чтобы не было подсознательно оставалось. Как мишленовские рестораны, сами мишленовские рестораны, мы же воспитываем детей, которые к нам водят, которые состоятельные люди, их единицы, как они называют боги, говорят, приходят к нам, они говорят, детей приводят постоянно, говорят, постоянно эти боги кормят детей, мишленовских ресторанах. Говорит, у них подсознательно будут уже интересные яркие вкусы, у них будут развитый вкус. Так как у поваров, повараж на кухне, то работает из 10-20 поваров, всего 2 человека, это там 2%, которые ярко дружатся вкусом. Остальные не дружатся вкусом. То есть это реалити, это которые 100%. И те, которые дружатся вкусом, они в основном творческие люди. А творческие люди, обиделся, ушел, психанул, развернулся. То есть это вполне, он может жить в нищете, он может, к примеру, там вообще развернуться, уйти, ему не интересна ни зарплата, ни мотивация, ничего, потому что где-то он там сам себе найдет. Это нормальное явление. Это уже проверено, сколько я работал, сколько было поваров и сколько общаешься. Вот. Дальше, это также тренды в подачах, то есть простая, понятная, да, подача, видно, свежо, зелень, там, йогурт, все понятно, то есть если написано в блюде, все отлично. Просто показываю. Это хумус с черной фасоли, вот, с добавлением, цветная капуста у меня просто остается, со свете срезаю цветную капусту, я их и мариную, и там добавляю, потом у меня остается качан, чтобы он не пропадал, я его мариную, потом режу тонко, подсушиваю и переконсую в фритюре. И капуста квашеная, добавление с квашеной капуста в гранатовом соке. Кухня. Оборудование для кухни. Как в нем разобраться? Ну, если у вас есть шеф-повар, все понятно становится, да? И шеф-повар начинает выбирать под себя какое-то оборудование. Под тот, который вы определили с концепцией ресторана, вы уже определили, что вы хотите. Естественно, если вы будете определяться на управляющего, управляющего будет начинать собирать кухню, либо то, допустим, предприятие, которое вы обратились, они вам соберут его максимально, как можно, укомплектуют. Вы должны понять, что вы будете делать. Если вы, допустим, как я сказал, подходите к тому, что у вас есть, к примеру, куры там, да, либо есть какая-то там, может быть, выращивание каких-то поросят, и вы реально понимаете, что вы будете делать с этими поросятами, их на гриле крутите, плюс еще какие-то овощи, какие-то салаты, то вам, по большому счету, оборудование, я всегда говорил, что можно поставить один гриль, и на одном гриле можно открыть ресторан, по большому счету. Раньше так и видели, помните, когда, да, открывали один гриль, и там парни там азербайджанской национальности собирали биток, всю жизнь так было, да, какие-то спальные районы в больших городах, и нормально все было, это было давно. Также я говорю, что можно запускать, делать большой гриль, и на большом гриле можно делать все. Я вот, как, к примеру, овощи у меня все, которые здесь есть, представлены в хумус, я их, допустим, запекаю в земле. То есть я считаю, там, где выросли овощи, если они будут приготовлены в этой земле, потому что они росли в этой земле, я считаю, что они будут намного вкуснее. Во-первых, в состоянии остается сок в них внутри, это раз. Во-вторых, они имеют такой послевкусие ярко выраженное, то есть совсем другие овощи. И самые сочные, которые те, которые запекаются в земле. Не в соли, не в фольге, там, не на медленных температурах, то есть именно в земле. И вот как раз я про это и говорю, что когда ты ставишь огромный какой-то, сам кухню строишь, и сам ты для себя выстраиваешь, каждый шеф-повар понимает, что он хочет. Да. А можно вопрос? Да. Как запекать в земле? Вы просто берете землю, прочищаете ее, грубо говоря, да, обычную землю, вы ее прочистили, после в эту землю насыщаете, к примеру, там, чем вы хотите, что у вас остается, к примеру, там, остается цедра апельсина, там, зачистили цедру апельсина, добавляете лавровый лист, там, тимьян, розмарин, что вам хочется, играетесь вы там, грубо говоря, там, с дубом, с какими-то интересными вещами, вот, там, к примеру, ель пошла или еще, посмотрите, под какие овощи. Вы насыщаете землю, перемешиваете землю вместе с этими ингредиентами, потом овощи просто... свежие овощи, выкладываете в эту землю. Она, во-первых, всегда хранится. Я первая, почему мне мысль пришла, очень хорошо, если вы хотите сохранить овощи, и у вас есть свой дом, всегда самое классное правило – зарывать овощи в землю, и он, наверное, на следующий там пройдет, 2-3 месяца достанете, он будет что свежим. И я сразу понял, что земля, она сохраняет сам овощ. Я попробовал запечь. Вот как раз мы запекли,
І ставлю землю, накриваю землю фольгою, в эту землю засунув повністю, закрив овочі. Ставлю, закриваю фольгою, ставлю в паракомплект томат. І ставлю там температуру, грубо говоря, там 110-120. И мне там 6-7 часов стоят, я потом достаю, проверяю, они мягкие, сочные, аж прям как вот персик созрел. То есть я их достаю, промываю, они у меня остывают вначале, потом я их промываю, они у меня промыты, и все, я могу их завакуумировать, и они у меня вакуумированные уже хранятся. После этого я их достаю, могу разогревать либо на сковороде, либо в плите, либо на гриле, либо давать их в гриле. Все. Ну вы можете еще вакуум запаять еще какими-то ингредиентами, там оливковое масло, еще что-то, и они еще более насытятся. То есть уже тут смотрите сами. Какой вы вкус хотите от них получить? Но самый подходящий, это вот как раз в земле, то есть запекание, они сохраняют сочность. Вот. И когда вы выстраиваете, допустим, кухню, делаете инновацию, да, допустим, инновационную кухню вот такого плана, когда ты выстраиваете, вы хотите попробовать все, вы хотите сделать какую-то высокую кухню, вы хотите сделать интересные вещи. Естественно, вам нужно, понятно, там премиум ресторан, вам нужно самое классное оборудование, чтобы вы пришли к какому-то хорошему результату. Если у вас вы хотите получить, чтобы у вас меню было 10-12 позиций, получить, чтобы у вас была вкусная еда, там классное мясо, там может быть какое-то там, ну, запеченное на вертеле, либо запеченное на гриле, какой-то гриль, либо в тандыр такого плана, вы можете под себя строить гриль. Я же об этом говорю, что гриль выстраивается, вы делаете решетку для мяса, для стейка, второй делаете для вертела, третий просто можете кусок металла, допустим, застелить, на этом же металле можете и жарить тут же этот металл, на котором можно жарить также и яйца, и жарить, допустим, ну, если у вас ферма какая-то, может, там, к страусам вы подлезли, и все хорошо у вас со страусами, вы можете, или, допустим, с курями, и вы можете также запекать какие-то яйца с какими-то потрохами прямо на этом металле, то есть на самом металле. То есть, опять же, идея пришла, я был на ферме Воронов под Львовом, друг мой хороший Дима, фермер, он очень шикарный Воронов выращивает. И вот он как раз, я у него видел, когда ребята сами, он говорит, у меня есть шикарная там яичница с бычьими, с этими, с бараньими яйцами, давай пожарим, давай. Они как раз эту пилу, которую там деревья пилят, они вот тут взяли и на этой пиле именно пожарили, там сумежный там проем какой-то, да, снизу подпалили, пила нагрелась, на этой пиле пожарили яйца, выложили туда, выбили, к примеру, эти яйца, на, короче, куриные яйца на баранье и добавили зелень. Все было шикарно, просто понятно и интерес был, да? То есть вот она, и оборудование не надо. Поэтому я говорю, там если наварили под сам огонь, наварили, к примеру, еще какую-то металлическую с проемом, как вок, вы можете там же еще и готовить. Это все стационарно, вам не надо никакого оборудования. Также и рядом с землей, которая будет тенами прогреваться, вы можете в земле какие-то овощи запекать или еще какие-то вещи в фольге. И там дальше так пошли, потом от вытяжка, которая у вас идет, у вас может идти через копчение. Вот нижняя камера – это горячее копчение, нижняя – холодная. Вы можете туда вывешивать мясо на холодное копчение, у вас может лежать, храниться, потом отрезать и жарить. То есть, смотря что вы хотите, от этого должен сам шеф-повар вам уже объяснить, что вы хотите, и объяснить, какое оборудование вам надо. Кто это может сделать, какой кулибин. Если вы хотите, чтобы у вас был премиум-класс, вы можете сделать, пожалуйста, выбрать, вам оборудование соберут, шеф-повар выберет, расставит кухню, и все отлично. Но об этом вы должны понять, что у вас будет в меню. Просто так купить что-то, чтобы она стояла на кухне, это неинтересно. Просто я хлеб только выпекаю в подовой печи. То есть я реально понимаю, что в подовой печи это вот как раз то, что нужно для хлеба. И я реально понимаю, когда люди хотят получить классный хлеб, чтобы это была классная хрустящая корочка, чтобы он был большой, то без подовой печи это очень как бы... В параконвект томате, да, можно получить, но не тот результат. То есть подовая печь это как раз для хлеба. А? Да, он с паром, да. И он сразу идет из расстойка, очень отличный, класс, закинул, он сразу сдулся, поднялся, хрустящий, внутри мягкий, воздушный, и вы тогда можете требовать от повара чего-то. Обучение, развитие поваров. Вот, ну, обучение, смотря что кто хочет получить от обучения, что вы хотите увидеть, чтобы ваш повар чему-то научился. Если чтобы он развивался, чему-то как-то двигался вперед и как-то для себя какие-то мировоззрения. Я могу сказать одно, что для меня, я, к примеру, ну, уже отучился в разных школах, но для меня очень много того и тот же самый рестопрактики. Я не хочу там, ну, это комплимент Игорю. И я очень часто их посещаю, давно, уже много лет. И на рестопрактике, во-первых, ты знакомишься с поварами, знакомишься с рестораторами, у вас общая тема, особенно мне нравится, когда я даже сам недавно ездил на шеф-кэмп, когда собираются ребята на группу, мысли какие-то концепции придумывают. Это очень круто, классно, то есть для себя развиваешься, ты смотришь, общаешься, ты как-то двигаешься, ты раздвигаешь мировоззрение свое, ты не только просто зациклен на каких-то приготовлениях блюда, но ты смотришь намного глобально, намного со всей стороны,
концептуально на какие-то рестораны, ты их разбираешь, это очень классно, это круто, это то, что нужно хотя бы каждому шеф-повару думать в команде, которая должна... И самое главное, очень важно, это работа в команде, когда, знаете, когда шеф-повар считает, я прав, делает так, все, если вам не интересно, все, до свидания. Так же, как и ресторатор, это самое главное, это команда, которая в команде, вы понимаете, к чему нужно прийти. То есть команда должна работать сообща, вместе. Не кто-то, всегда появляется какой-то козел в команде, который говорит, все это херня, давайте жить вот так, и будет все хорошо. А все остальные думают по-другому. Поэтому вот здесь нужно в команде научиться работать в команде. Командная работа, вот как раз, которая заставляет правильно думать. Я вот сколько вот, старых рестораторов, я, наверное, совсем уже в команде был, вместе работали, всегда мне доставалось то, что нужно готовить. Все придумают концепт, а я его готовлю, но по-другому никак. Вот. Но на самом деле я, к примеру, как бы там ни учился, как бы ни смотрел, с иностранными шефами не работал, но когда я поехал в Италию учиться, я тогда понял, что мне парень подходил, сейчас мы разговаривали, мне спрашивал за школу ИФСЭ, он сейчас собирается ехать, ИФСЭ просто. Мне понравилось то, как они относятся к еде, то есть уважение. Я в один прекрасный момент увидел, когда он выкладывал блюдо, и так со стороны мне показалось, потом я начал присматриваться, я по-другому понял философию. Он просто молился этому блюду, он просто так наклонялся, он как бы, знаете, с такой душой, с такой просто каким-то таким теплом все это сделал, да, что я когда это рассказывал, это было года три назад, был мастер-класс в Киеве, они приезжали, проводили, и я потом мне сказал, почему и все, я когда это рассказывал, вот, а переводчик, видно, директору перевел, директору школы, что он аж расплакался, я уже потом ушел выбирать кухню, как бы там ни было, сколько бы мне было лет, как бы шефом не было, все равно всегда они для меня шефы, и они мне вручили там медаль и сделали меня представителем школы, потому что они поняли, что как бы, ну, любовь в школу не поделаешь. Поэтому вот по сей день у меня хорошие отношения с ними, и я к ним катаюсь, дружу, общаюсь. Вот. Но та любовь, та страсть к еде, вот это самое главное, это то, что должен увидеть шеф. У нас шефы видят совсем по-другому. У нас шефы видят как бы там, я не знаю, красиво сказать, украсть блюдо, знаете, как бы украсть рецепт какой-то. Вот они едут там в мастер-класс, они как бы записать все рецепты. Но это не самое важное, это не самое главное. Рецепт, самое главное понять для себя, что рецепты не важно. Важна для себя техника приготовления блюда. Вот приезжают до сих пор мишленовские шефы, там, когда с ними общаюсь, они говорят, ну у вас еще очень такой ранний, все встают, вопросы, да сколько соли добавили, если эту соль не добавили, то, допустим, такую перец добавить. То есть идет к рецептуре, вопрос о рецептуре, о тонкости рецептуры. А здесь должно быть о технике приготовления блюда, как правильно готовить, как правильно, как бы мы ни стремились, как куда бы мы ни шли, а мы до сих пор еще где-то вокруг возимся, до сих пор еще где-то вокруг все это, допустим, общаемся и где-то пытаемся развиваться, и мне, допустим, не страшно делиться, говорить, в чем я запекаю, как я делаю, как я мариную приблизительно на мастер-классе, либо так обсуждать, да и говорить, как идеи приходят. То есть для того, чтобы люди для себя раскрывали мировоззрение и понимали, как можно готовить. И по нему видно, допустим, по шефу, у меня работает парень 21 год, как он мне уже в телефоне показывает, какие программы нужно установить, что там где-то показывают, там про поваров, про каких-то там. То есть, ну, видно, что он уже книги какие-то читает, ему же даешь книжку, он эту книжку читает, переводит с английского, то есть ему интересно. То есть видно, что что-то получится. Ну, а лучше всего дать деньги и посмотреть, что он купит. Там, сделал шабашку, дал ему $100, посмотришь, что он купит, книжку или пойдет там кроссовки, грубо говоря, купит. То есть оно тоже видно, и видно по человеку, куда он, к чему он идет. Если он постоянно двигается к обучению, это очень хорошо. То есть этого достаточно, читать книги, читать литературу, общение с шефами, этого будет достаточно. Но ему надо получить базу и уважение к еде, уважение к блюду. Что когда ты понимаешь, ты уважаешь блюдо, уважаешь эту философию, то ты никогда не поставишь блюдо, если ты в нем не уверен. Вот ты не уверен в этом блюде, что что-то в нем не так, ты его не поставишь никогда, что ты должен понимать реально, что это блюдо на конкретно. Вот это самое главное, это очень тяжело найти таких людей. И вот когда, если такого человека нашли, который реально, и он хочет развиваться, это и есть то, что на самом деле нужно. А советовать какие-то курсы, пойти куда-то отучиться, ну, я считаю, там, недельный курс, 2 недели курс, но это для повышения квалификации классно, круто, если что-то человек умеет. Если где-то чему-то научиться, все всегда помнят каких-то первых шефов, какое-то правильное, допустим, на кухне атмосферу, чтобы он понял, как должно это быть, как должно вообще быть полностью отношение, какая-то субординация. Это очень круто, потому что у нас в Украине можно учиться, по большому счету. Так же, как я говорю, что у нас в Украине можно учиться, можно и работать, и зарабатывать, все это можно. Но самое главное просто найти в то, в что вы верите. Человек там со временем начнет сам расти, сам развиваться, сам хотеть. Это если человек будет на одном месте сидеть, сразу понятно, что он не хочет дальше. Не развиваться, не тратить денег, не наблюдать, как, что происходит.
как, допустим, сейчас там любая поездка, она вся стоит денег, и каждый шеф должен стремиться, тут надо помогать, тут надо развивать, надо учить. А персонал на кухне, он должен передавать эти все знания, естественно, и для персонала постоянно, чтобы проводить какие-то тренинги, общения, читать книги. В каждом ресторане должно быть в кабинете стоять какие-то книги, которые могут подойти любой взять, почитать, как на английском, так и на русском. Но на русском книг нет, к сожалению, по большому счету. Единицы есть. Вот. Все, это уже, да, показывали? Ты стыдно знаешь, да. Что наисмачнейшее. Вот, ну, по большому счету все, я постарался вкратце рассказать. Вроде как, это свекла, нет, это не вареная, это вот как раз то, что мы показывали, это сель под шубой, это отрезается просто, берется свекла, зачищается внутри, свежая, потом отрезается туда, вовнутрь-то. Вот это? Нет, это сырая внутрь. Да, сырая. Не-не-не, в земле она сочная прям, она же такая, как соком набитая. Она как вот, ты ее замочил, она постояла, она ее прям аж распирает. Очень сочная получается, когда в земле запекает. Самая такая, на самом деле, очень... Да в сувите совсем другая, в сувите другая текстура. Здесь она полностью как готовая, и она полностью сочная. Вот когда вам нужно, она что-то запекает. Совсем другая. То есть в сувите какую температуру выставили, выше она уже не доварится. То есть она будет... Она, я считаю, что да. Я считаю, что лучше. Сувит, он чуть по-другому, ты насыщаешь вкусами, которые ты туда добавил. И даешь степень ту, которую тебе нужно, допустим, определенную температуру. А здесь ты выставил до полной готовности, и она, получается, готовится, весь сок сохраняет, и она набирает этот аромат земли и тех специй, которые находятся в земле. Земля разогревается, начинает впитывать в себя и отдавать туда. Да, природный запах. Вот именно вот то, что и хочется дать, это природный. Самое главное, дать тот запах, тот вкус, который есть природный, о чем я говорю, то, что в тренде меньше специй, меньше добавлять меньше ингредиентов, просто дать хороший качественный продукт. Если дать хорошую там, качественную спаржевую фасоль, которая идеально хрустит там альденты, добавить к ней там, может, там, ну, орехи, кешью, там, подыграть уже что-то, может, какие-то нотки, там, добавить какие-то соусы интересные, просто чтобы это было как добавление. И вот тогда это все, знаете, как оно станет совсем по-другому. Потребитель, ну, на самом деле, надо приучать. Надо приучать. На самом деле, как стать готов? Ну, это дело такое. Ну, то есть, кому-то рукола с креветками и кальян, а кому-то хочется. То есть какой-то потребитель. Много же потребителей, сейчас людей все больше и больше и больше путешествуют. И они ездят по Европе, они ездят, заходят в хорошие рестораны, они едят в хороших ресторанах. И то, что подали, они это говорят, это класс, круто, платят сумасшедшие деньги. А потом, когда они уже приезжают, они это видят совсем уже по-другому. И они хотят получить что-то совсем интересное, да? И может быть похожее, и когда они видят что-то похожее, когда они ели там, то есть в каком-то в том ресторане, где они там два дня в очереди стояли, и это похожее чем-то интересным отличается, может быть, тогда они уже как-то как, с уважением относятся. Но не всегда ж выдавать то, что нужно потребителю, надо какие-то свои, то есть тренды делать, и давать то, что как ты видишь, но чтобы это их заинтересовало. Естественно, если их не интересно, значит рано, значит брал, значит поставил опять где-то как-то постепенно. Можно накрутить так, блин, что, естественно, никто не поймет, только повод. Ну, у меня, смотрите, у меня как тестирую? Не тестирую, нет, у меня я не сказать, что это тестирую. Я, допустим, делаю званый ужин, на званом ужине я не говорю то, что буду готовить. Я, к примеру, сделал там, ну, там, купил, к примеру, там, пропался мешок вот, хороший. Да, знает, кто знает, да, что? Ну, вот, это карпатская такая, короче, свинина. Вялят свинину, коптят, типа такой а-ля хамон, только такой карпатский. Но он не сильно ярко копченый, но он интересный такой, такой твердый, он очень, бывает, очень долго хранится, такой классный. То есть сегодня попался, там мне принесли классно. Я понимаю, что он в наличии будет, и все с ним хорошо. Я его тонко нарезал, я понимаю, что подать я его сам не могу, допустим. Так я не подам. Я его, допустим, там окрошку подаю, и раки, к примеру. Сочетание делаю, море земли, все вместе сочетаю, раки, там, калераби. И там горчичное мороженое туда подают. Я это все сделал, там, например, попробовали, классно, все. Я выдаю с риском, я выдаю эти 10 человек, потому что я их вижу, я им презентую, рассказываю, объясняю блюда, выдаю. Я смотрю, как они едят, смотрю оценка от них, какая идет. Если я вижу, что положительное, к примеру, у меня здесь нет там фотографии, вот, к примеру, там десерт. Я опять там к овощам, почему к овощам? Вот я делал десерт и безглютеновый. Весь бисквит был приготовлен именно с картофеля печеного. То есть печеный картофель запекаю, я с него делаю бисквит, вот вчера ребята ходили, кушали, я с него делаю бисквит, да, после этого, допустим, у меня козий сыр,
я сквозь его сыра и жареного белого шоколада делаю крем. Чем-то похож, может быть, на чизкейк. Добавляю эту шкурку, которая у меня остается с печеного, я ее в сахаре запекаю, карамелизирую, потом эту шкурку вырываю, получается как кукурузные хлопья. Посыпаю этими кукурузными хлопьями и добавляю мороженое из лаврового листа. Все, то есть такой, короче, десерт. Да. Но, все просто, да? Да. Но. Спасибо. Откройте, пожалуйста, секрет. Как понять, что должно быть в меню, то есть какой ход мысли шеф-повара, когда он заставляет... Ну, во-первых, смотрите, тут, да, пожалуйста, тут, во-первых, ну, не ход мысли шеф-повара, да, здесь, наверное, ты стараешься поймать мысли, то, что хотят гости, то, что нравится гостям. Ты бываешь, делаешь десерт, и приходят к тебе люди, 10 человек, гурманы, да, и они кайфуют и говорят, вообще круто там, $100 чаевых там оставляют шефу. Это вообще все на высоте. Ты это ставишь в меню, а гости это не понимают. То есть гость не весь приходит, тот, тех мало гостей, которые идут, допустим, на ту еду, над которой нужно думать, над которой она запоминающая, после вкуса. Они больше начинают это воспринимать как в музее. Они пришли, съели, класс, круто, в эмоциях, но на каждый день не ходить не могут. Они будут приводить и других гостей. Но это больше, знаете как, это хорошо показать тему, допустим, как мы открыли ресторан, это для хорошо показать для иностранцев. Очень круто, когда пришли иностранцы, все думают, что мы постоянно, вот Италия, Франция, они все приезжают повара сюда на мастер-классы, они все думают, что мы где-то вот постоянно в каком-то колхозе. То есть нам покажи там ризотто, и мы кайфанем от этого. Но уже мы выросли до высоких штанов, мы уже сами знаем, как делать, уже сколько этих способов ризотто, и как можно и так, и так, и так делать. Но мы хотим показать то, что у нас есть своя культура, мы ее делаем по-своему. Мы стараемся читать ход мысли, в первую очередь, это сезонность и локальность. Вот то, что сейчас сезонно, локально, допустим, там клубника, черешня пошла, все, я сейчас там ввожу, сделаю, там, дорабатываю салат, к примеру, с черешней, да, допустим, добавляю салат, добавляю какие-то другие ингредиенты, сочетание, какую там сметану добавил, либо я там, допустим, добавил там черешня, чернослив, там, еще там ингредиенты, да, которые очень хорошо сочетаются, и пошло-поехало. Мне надо вот доиграть, вот, чтобы это было. То есть ты читаешь, делаешь то, как всегда, что тебе не так, как у всех. Тебе хочется сделать то, что интересно, и тебе хочется сделать вот какой-то новый такой тренд. Ты делаешь, да, это классно, если там понравилась кому-то шуба, и потом смотришь, там используют в свекле, там делают. Это классно, ты запустил какой-то новый тренд подачи в этой свекле, и она понеслась. Допустим, там кто-то запекает в том. То есть это, вот в этом и есть весь кайф, когда ты запускаешь новую волну. Это не белая тарелка, сверху сухари, пармезан, да, образно говоря, и ты поехал. То есть это какие-то новые вещи, те, которые... У нас культура людей, мы сами приучаем же тех людей, которые ходят к нам в ресторан, мы сами приучаем их к другой культуре, к новой. И мы сами аккуратно это делаем, мы сами смотрим, а пойдет ли этот тартар со свеклой или нет. То есть, да. А можно? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сказали, вы берете иногда поваров без опыта, да, и что у вас есть сильно слабый повар. Во-первых, вы в сентябре на листопрактиках обещали, что... Не, вообще не говорили, что, возможно, откроете свою кулинарную школу. Это первое. А второе, где вы ищете ребят? Они к вам сами идут и просят, вот возьмите меня, я хочу, готов. Или вы сотрудничаете там с курсами, с техниками, потому что персонал — это же прям проблема. Прям проблема. Смотрите, короче, как получается? У меня, допустим, есть множество поваров, которые мне пишут в Facebook и говорят, я хотел бы у вас проходить практику, я хотел бы у вас, к примеру, работать. И я от этого уже, допустим, отталкиваюсь. У меня есть повар один, он там фотография такая в мессенджере не очень, у него как бы яркая, он там далеко в колпаке. Он, кстати, очень хороший хлопец такой, очень толковый, перспективный, я бы сказал, да? И он мне написал такую петицию там. Да, и он мне написал такую петицию, он говорит, я хотел у вас работать, я там не читал, а там наблюдал, он что писал, я так почитал, говорю, да, а получается, когда человек у меня не в друзьях, я его не вижу. Ну, то есть приходит мессенджер сообщение, а мне как-то не выдало, я не увидел его. А потом уже увидел, прошло не раз, ладно, 3 месяца или 4 месяца назад, то есть я увидел это сообщение, я ему пишу, заходи пообщаемся, то есть я всегда со всеми стараюсь общаться, я говорю, заходи пообщаемся. А он мне пишет, шеф, так я у вас уже 2 месяца работаю. Просто понимаете, а я ему как не понял, что это он, я ему ответил, потому что много людей пишет на самом деле. И много людей приходит, очень много людей приходит, а кто-то вот приходит, я хочу вас постажироваться, я говорю, ну пока нет, он говорит, пожалуйста, возьмите там неделю. И он неделю готов резать там, чистить лук, он стоит там, что-то делает, там помогает, лишние руки не, как бы, да, не помеха. Но когда много сильно поваров, тоже очень плохо, и ты должен каждому уделить внимание и даже с ним пообщаться. Пускай он лук чистит, но ты на него смотришь, дальше с ним общаешься. Но очень много, да, людей говоришь, давайте на осень, к примеру, да, там,
такой уже более такой, да, давайте на осень, ну, честно, мне там обращаться, давайте на осень увидимся, давайте пообщаемся. То есть я как бы с этого денег не беру. То есть мне нужно, пришли ребята, поработали, порезали что-то там, ну, поработали, пообщались, с коллективом пообщались. И много приходят, ну, поначалу там было очень много, приходили. Один, я просто не беру разных. Один пришел, второй, они с фотоаппаратами, они там смотрят, для них интересно, ну, представьте. Они видят, особенно когда попадают, когда проработка меню идет, когда там 3-4 человека стоят, так собрались над блюдом и экспериментируют, разное бросают, разное пробуют. Им же интересно будет со стороны, как это все прорабатывается, как к этому приходит. А насчет школы, что хочу сказать, это просто школа всегда все впереди еще. Но в школе, вы знаете, как я бы сказал бы так, что просто преподавать, ходить в школу, может быть какую-то. Можно приходить, преподавать, что-то какие-то знаниями делиться. Да, но если открывать, там, допустим, там, свою школу, то надо, во-первых, очень большое количество профессионалов, таких же, как ты, с которыми ты откроешь, чтобы это было на высоком уровне школы, это раз. Во-вторых, это, ну, нужно попрощаться со всем остальным и заняться только школой. То есть это тоже надо понять, знаете, когда ты ушел в школу, ты с детьми, с этими общаешься. Вот. Были моменты, были разговоры, были предложения там, по поводу школы, чтобы я, ну, определился на том, что я буду приходить, там, проводить какие-то... Хотели полностью, чтобы я занялся школой, я отказался, я предложил, что буду приезжать и проводить какие-то курсы, принимать экзамены. Да, есть ребята, которые занимаются, хотят сделать школу, чтобы я им предложил, чтобы они делали полгода обучения для тех, кто... Ну, может быть, 3 месяца максимум. То есть это для непрофессионалов, для начинающих. Второй курс образования для профессионалов это будет где-то, ну, может быть, там, месяц, либо 3 недели. Потому что любой шеф, любой повар не может уйти надолго. Ему надо лучше чаще, пускай, чтобы они приходили. И там будет все. Там будут только повара, там, ну, будут только профессиональные, они там будут работать, там будет ресторан. Есть такое предложение, я не знаю, там ребята занимаются этим, но я как бы отошел в сторону, я предложил, что я буду приезжать, проводить какие-то курсы. Там у меня будет расписание, там будет расписано, я буду приезжать, проводить, то есть какие-то авторские изобретения, какие-то там, может быть, сочетание вкусов, чтобы это было им интересно, какие-то давать лекции, как это правильно сделать, да, поэтому, ну, в этом плане, да. Нет, сейчас пока нет, я только шеф-кэмп, я только шеф-кэмп, либо какие-то другие выступления, то есть я, ну, даю, а так, ну, как бы я сейчас не преподаю. Без... Пока не преподаю. Да. Александр, да. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы сторонник авторской кухни, правильно? Ну, вообще, как бы, это ваша специализация, там, любимое занятие, наверное. Ну, вы знаете... Сколько в ресторане, у меня как бы вопрос такой, сколько в ресторане авторской кухни? Сколько в ресторане авторской кухни должно быть блюд, на ваш взгляд? Смотрите, ну, главное, допустим, ну, авторское блюдо, вы знаете, как авторское блюдо, если, допустим, мы взяли, грубо говоря, там, салат «Цезарь», да, и подали его другой подачей, к примеру, подали его целый, допустим, айсберг, да, и все те же самые ингредиенты, только айсберг целый. Это уже есть, по сути, уже авторское. Да. Или, допустим, переделали соус, мы его сделали с каким-то насыщенным, допустим, там, может быть, там, ферментированным клюквой, там, фенхелем сделали, да, какой-то соус ярко выраженный, и, к примеру, там, с грибами, а не с, короче, а не с курицей. То есть, и это уже не Цезарь, это может быть просто Юлий назвать, там, грубо говоря, да, это уже хорошо звучит. То есть, но это уже есть авторский. Так поэтому каждый повар, даже кто-то пришел в ресторан, съел, посмотрел, думает, уберу я этот орехи, другие поставлю. Но это такое все утрированное авторское. Авторское – это когда, знаете, когда ты под блюдом не подпишешься никогда и не скажешь, что это мое. Нет, только авторские – это просто то, что мы делаем, сами где-то сочиняем, сами чего-то добавляем, сами интересные какие-то эксперименты. Это и есть авторское. Авторское – это, знаете, такое расширенное понятие, авторская кухня. Это такое, ну, для меня это непонятно, как бы. Вот я не могу понять, как можно определиться, что это авторская кухня. Она везде авторская, по большому счету, кухня. Если, естественно, ты пришел и по каким-то стандартам делаешь, как по франшизе заведения, да, то, ну, понятно, там, это стандарт. А в каждом заведении каждый шеф где-то пытается что-то сделать новое, что-то интересное, какие-то совместить интересные продукты. И я считаю, это в этом плане, ну, это и есть авторство. То есть каждый вносит свой... Как каждый Мишлен, он же не называется, это, допустим, авторский ресторан. Каждый, допустим, там, мишленовский ресторан, или каждый уважаемый ресторан, который от посещения без Мишлена, ну, у него за 3 дня не запишешься, полная посадка. Вот, к примеру, там, в Чикаго был, там, я не попал в нормальный ресторан, пришлось на следующий день записываться, потому что я реально не мог попасть. И блюда понятные, простые, то есть никакой сложности, никакой молекулярности, но они идеально вкусные, идеально подчеркнуты вкус овощей, будет соус, все сочетание интересно, все супер. И официанты ходят, вот как я, то есть как ты пришел, так и ходишь.
все креативное. Wi-Fi нету. Какое количество блюд вот, вы рекомендуете в меню? Правильное меню какое? Я понял. То есть я понял, к чему вы идете. Вы хотите, насколько можно дать повару там зеленый свет, чтобы он сделал авторский блюд. Но это обычно делают в ресторане, если повар у вас креативит, вы хотите, чтобы он что-то делал, ну делайте там, ну, там грубо говоря, линейку 5-7 блюд каких-то. Обычно это делается сеты. Делается какой-то сет, где он может сет сделать авторский блюд. И вы сделали сет небольшой, это такое же блюдо поставили еще и в меню. И сделали сет. И пускай по этому сету люди приходят там и понимают, что какие-то интересные названия, что какие-то сочетания, шеф-повар, там, что-то шухарит. Все. Пускай попробуют, берут, и для него будет рост, будут понимать. Люди эти начинают понимать, им нравятся эти блюда, потом эти блюда вы просто смещаете. У меня, наверное, вопрос, может, по-другому сформулируем. Сколько меню должно быть расширенное, на ваш взгляд, или оно должно быть сжато там, до 15, максимально до 10 блюд? Вообще в меню. Ну, все зависит от заведения. Я лично, допустим, чтобы там, ну, 30, максимум там 35 было. Максимум, да? Ну, 40 это уже, знаете, когда там еще добавилось 5 сорбетов, грубо говоря, и вы реально понимаете, что их можно добавить. А так, ну, по мне лично, в зависимости от концепта, если вы открываете, у вас один гриб огромный, и вот как я рассказывал, на этом гриле вы работаете, то, естественно, там больше 15 блюд смысла не делать, потому что вы на гриле еще должны десерт сделать, там, грубо говоря, запечь бананы, карамелью залить какой-то и посыпать каким-то фундуком, и либо там что-то у вас сушится на теле, либо какой-то там ананас там у вас крутится где-то вверху, у вас же должно быть все к этому грилю привязано концептуально, у вас должно быть все только здесь. Но, как я говорю, допустим, за кофе, или, допустим, с курицей, так же будет сочетание, ищите какие десерты, потом лягут очень хорошо, там будут дополнять эти все блюда. Какое ваше любимое блюдо? Вот так постоянный вопрос такой. Да, я. На самом деле, как бы любимое блюдо такое, чтобы вот всегда там хотелось, да. Коронка. Ну, я честно всегда отвечаю на этот вопрос, что я люблю очень сильно сыры. И я люблю просто вот мы если даже голодный, где бы я ни был, в какой город не попадал, в какую страну, я всегда, если не знаю, что делать, это всегда бутылка вина и сыр, то есть это. И ты сытый. То есть, ну, на самом деле, я просто очень люблю, уважаю труд фермеров, и когда попадаются в руки очень хорошие сыры, либо попадаются в руки очень классное мясо, либо солями, Италия, когда фермеры выставляются, и они хвастаются этими продуктами, когда ты приходишь, ну, жалко их брать и что-то с них готовить, даже добавлять, там, запекать, либо сверху. То есть, это сыр хочется вот прям так попробовать, потому что он хотел этим сыром показать, что-то подчеркнуть, и он, это одно его такое творение, там, десятками лет передается. Это такое шедевральное, поэтому всегда хочется их есть, наслаждаться. На самом деле так и есть. И я считаю, что это правильно. То есть, который продукт настоящий, всегда хочется есть его отдельно. Поэтому я как бы за свежие продукты, за достойный вкус, за свежие, за классные. Саш, а есть что-то, что ты не любишь? Ну, нет, ну, такое, что что-то не люблю, наркотики. Подскажите, пожалуйста, поставить в Киеве аутентичную азиатскую, китайскую, вот вьетнамскую, вот Тарас сегодня сказал, возможно, вы вовлечены в знакомство в этот процесс, на ресторан ориентировочно 80-120 ковров, то есть, опять же, повторяюсь, аутентика, то есть со сложными процессами, как, например, утка по-пекински воспал, или там можно рост эту свинину делать и так дальше. Сколько, реально ли это сделать, сложно это сделать или нет? Есть, как можно сэкономить, лизинг? Оплата после, через год, через два. Какие советы вы дадите вот именно по кухне? Потому что зарядить ее по полной будет очень дорого, да? Можно ли это все вот эти приспособления для супов, для фо, рамен и все вот эти? Я понял. Смотрите, первое, что хочу сказать. Во-первых, я хочу просто объяснить одно, что Тарас открывал буквально год тому назад, чуть больше года, он открывал ресторан Бау, все знают, вместе с Эльком. Шефом. И они открывают этот же ресторан, вот такого, ну я имею в виду открывают ресторан, опять же, то есть, ну вы реально понимаете, не то, что мне скажут, но я хочу сказать, что человек не будет открывать второй ресторан, если он не окупается, либо не будет супер. То есть мы должны все понимать, да, что это все реально, все это, все окупается, и я считаю, что вполне нормально, если едят и все это хорошо. Когда ты приобретаешь кухню в Киеве, как лизинг, вот эти процессы, можно как-то сэкономить? Что вы посоветуете? Или нужно полностью от А до Я оплатить? Это все зависит от шеф-повара. Допустим, я себе, грубо говоря, делаю кухню, для себя я понимаю, зачем мне это нужно. Если там занимается, к примеру, этой кухней Эктор, он считает, что это нужно, и это все работает
я считаю, что нужно покупать для хорошего заведения, еще раз повторяю, нужно покупать хорошее оборудование. Лучше не экономить. Если вы делаете заведение, тем более, и понимаете, что вам нужно, то это оборудование все зависит от вас. Как я могу сказать, что хочет сэкономить, или что можно там не поставить, то заведение, которое открывает другой шеф. Я не могу никогда прийти и сказать, если я, допустим, открываю кухню, я делаю заведение, я ставлю максимально, но когда приходят ко мне повара, каждый повар любого процесса, я ставлю на процесс, я говорю, как ты хочешь, чтобы у тебя стоял? Потому что я понимаю, он привык там работать 5 лет, может быть, чтобы у него стоял под правую руку, а не под левую. Может, он не хочет вообще, чтобы это стояло. А так как то, что нужно 100% добавить, да, к примеру, и я понимаю, что без этого нельзя, ну, там, шоковая заморозка, да, там, какие-то вещи, мы всегда хотим получить крутое мороженое, и всегда говорим, что, ну, это я образно говорю, там, мороженое все хотят там на палочке, чтобы там модно была подача, где-то там, в каком-то кокосе, там, чтобы азот, и вот, ну, потом начинаем получать, что без шоковой заморозки мороженое можно не получить, то есть она не замерзнет до такой температуры, чтобы можно было достать ее с формы. То есть есть такие моменты, когда мы можем не отказаться от этого оборудования, и оно обязательно нужно. Вот здесь каждый шеф, который выстраивает эту кухню, если бы я занимался паназиатской кухней, я, может быть, вам что-то не посоветовал и сказал. Так я, допустим, вам рассказываю за свою тему и рассказываю более за ту кухню, которая ближе знакома, могу 100% сказать, что нужно, что нет. Понял. Для специфической кухни трехмесячный консалтинг, как вы считаете, экспакта достаточно или нет, чтобы локал, местный киевлянин, скажем так, и другие, и команда, там, поставщики и так дальше, менеджеры по поставкам, чтобы они это все pick up and keep constant, постоянство, качество, три месяца. Я думаю, да. Я добавлю, что есть представители компании Моресто по оборудованию, по вопросам лизинга, можно узнать у них. Друзья, остальные вопросы в личном порядке к Алексу. Спасибо большое, очень круто.